Здорово, здорово всем. Ай. Ай. Бахаем тут одну из последних, вообще последних каточек в летнем тактическом. Последний шанс картофеля взять хоть у кого-то поражение. Мунитач уже сделал для этого первый шаг. Недельку где-то другую назад бахали с ним. Да непонятно, Деменг там. Ну как бы сетка летняя, она текущая, пока типа, все не доиграли, ничего не понятно. Ну такая, ну где-то в топчике, где-то в топ-5 идрите такое положение. А где именно, ну непонятно. Я особо там ни крыжом, подсчитыванием, там единичек не занимаюсь. Есть люди, которые этим занимаются, можно у них спросить. Или самому сетку попалить, посчитать. Ну где-то половина побед, половина ничьих. Ноль лузов. Вот Мунитач сейчас может первый луз подарить. Неплохо бахает по первому впечатлению прошлой каточки. Надо заценить вообще, как он там в сетке. Ну так, чуть ниже серединки. Он зато он отжал две каточки у НВ, Алекса НВ, между прочим. Алекс НВ сейчас на первом месте в текущей сетке. Такой, видите, убийца топчиков. И ничья с зубом, и ничья с водолаза. У него еще к тому же. Ну блин, тут однозначно надо типа убрать некра. Можно. Силочку. На ситуацию. Против гномика это тоже все три матча неприятные на самом деле. Будем, наверное, сувать ему эльфов. Какой-то крайне неудачный чёрк вообще, прям дичь.
Ну ёпт. Чем мне верхний оставит? Я такой, ну ёпт. Ладно, главное помнить, чему меня учил водолаза. Здорово, звал. Ну это, кстати, правильный выбор матча для него, типа, если он в себе не уверен. Ну, относительно, типа, и что есть фаворит, типа, а есть не фаворит. Если вы, типа, не фаворит, вы черкаете прошлые матчи, и у вас есть шансы большие. Я не виноват, что ты свой ник неправильно пишешь, Азазов. Короче, Вингейля долой. Таманвин, Ларон, короче, тоже все дичь. Ну вот, у нас нормальный пацан тоже пришел, можно махаться. Блин, миллион спелпавера. Это Армагеддон. Не прохлада, это сильная страта. Надо только словить чётенько. Да.
Шарик сразу дали неплохо. Вот прям вообще неплохо. Четыре, по-моему. Угу. За сутки гоняться смысла нет, наверное, череп марки вот там все дела. Ёпарасоты, чё дают? Не, не жаль. Друлин что-то маловато. Ёпрст, денег нет. Нормальные потери. Бодрые. Чтобы выучить шипы. Thank you.
Дурацкий компьютер не догадался, блин, застрелить друида в первом ходом, потерял 26 стрелков. Не, Леос, мы только начали, в общем-то. Практически реально, но только против одной фракции. Не, зеркалочка. Против гномиков реально выучить диспел. Там метку деды накладывают с автоатак. Ее можно снять. Нет, что-то не кидают. Еще замедление против орков можно выучить, но там нужен специфический состав войск. Надо идти с тремя драконами на заклятых, тогда девки начинают замедл кидать. Иначе нет, почему, хер его знает. Такой вот и... Что там по защите огня с пириком-то, алё? Бляха, как все плохо. Да чтоб тебя. Блин, это же плохой знак. Да, ну чё поделать. Брат компот.
Без пирка не весело, конечно. Вот прям без пирика, вот прям вообще не весело. Такая хорошая прокачка закосипорилась. Винраэль плюс левел. Здорово, доктор Маус. Ну и видите, танцоров, во-первых, мало в замке, во-вторых, они что-то не очень полезны. Вармаг. Мод 5.5 это что ли? ВГЕ нарготовский. Ну вот с ведьмами, кстати, мало тестировал. Здорово, Владислав Анисимов. Ну, тут какая версия? Короче, меня быстренько убивает. И все. Вот такой исход. С заклятыми я угадал. У нас есть это ожерелье на ине кастеров, это типа супер круто для эльфа вармаг. Это супер мега круто, когда друли ходят до героя. О май гад, будет это так круто, что я просто я пошел бы и пофапал на то, как это круто, насколько. Да, поляна ничего такая. Я только думал, кого первым подставить. Наверное, все-таки Рогов.
Резист вроде от рогов на свои касты не работает, насколько я знаю, но я могу ошибаться, конечно. Стой, какой не добегает. Во, видали? А это Аларон. Хотел сказать, что один стек все-таки до героя ходит, а другой после. Нет, у меня все-таки оба стека до моего героя ходят. Но на его месте мог быть я. Моралец с двойкой моральки, вот наглец. Каков наглец? Ну ослепнен, что тебе стоит? Хрена себе, приличные домашки. Типа у меня оба стека друлей уже не жильцы. Мне это не нравится. Роги, нимфы, мораль, блин. Дрейки без морали, но все равно что-то скоро ходит, бесит меня. Там еще и отражение, блин, да что он делает, это дьявол. Ну подумай, что 30 СП. Пирик все равно нету. Теперь самый ответственный вопрос, кого на кого класть камень, на друидов или на энтов голеньких. Наверное, на энтов голеньких. Ну, раз он карыч кинул, там точно, ну, как бы, хотя, конечно, армак внесет, войдет сейчас. Нимфы Тацора, если не резистнут. Твою мать. Да ну вас в жопу. Я так не играю. Надо было на друидов.
Смешные домашки, стрелки резистят, пирика нету. Зря я лишний левел брал, как выяснилось. Ну херли, как бы, как кто знал? Кто знал, что там так жестко не зайдет? Типа зашел бы левел, наоборот, типа, если бы там пирик быстренько зашел, был бы наоборот шансов типа сэкономить. Типа я беру этот плюс лишний левел плюс 11, я уже когда его беру, и у меня типа уже шанс словить что-то полезное добавляется. Да, при этом у него моральки две. И муха с резистива, да? Нет. А чё так больно-то? Чё так боль много мух-то и дрыть? Их 200 было, твою мать. Он на сборе войск, что ли? Да без пирика вообще не вывез, был бы пирик, типа были бы шансы. Так просто дичь. Сейчас я уже даже типа не повоскрешаюсь, потому что чего я воскрешаюсь, он убивает стрелками с резистивом, мухами и дрит толпой. Ну и прочими другими войсками, которые типа не вникают, и минор. Которые от пирика не горят, а должны гореть. Стрелки два раза резист, даже без рогов. Там водолазы какой-то играют, блин, под смурфом. Это его стиль. Ну ладно, ладно, тихо, 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 нормально, нормально. Вот, слеп пошла. Да ничего не нормально ядрить. С пириком бы еще можно будет побороться. Так, жопа. Удаляй ядрить. Ух ты, спасибо. И сморалькался. И сморалькался. Ого, это крайне странный ход. Что-то с воскрешения слабое, пипец. Да сколько там бабла ушло? Все там нормально бабла ушло ядрить. Пирика не дали.
внутрь вся игра. Нет, не жаль. Не жаль, что бревна не загрейдил. Там не хватало. Там не такая большая разница. Если ты камни глухую не качаешь, у меня как бы, пока я ловил пирик, у меня ни шанс, не было шансов там ни БДП, ни глухую вкачать. Между негрейженными и грейженными бревнами разница небольшая. Там как раз, грубо говоря, грейженные бревна по защите и по своей, так сказать, стойкости стоят примерно же сколько негрейженные. А негрейженных пальцем затыкать сложнее. Поэтому в условиях именно тогда, когда уже деньги ограничены, как бы не грейженные лучше на сдачу. Ну что, бывают такие партии, это РТАХ. У меня где-то 3 таких партии за этот турнир вышло. Ну, когда дик не зашло. И 2 из них, и 2 из них на хаосном эльфе, кстати говоря. Одну я играл хаосным эльфом, мне не дали, по-моему, ливень. Да. Дали заколдованно, дали машинки, там все круто, ливень не дали. Ну, вот в этой не дали пирик. Пирик и BDP. Ну, на BDP там еще выход давали, но как бы там выливающие поважнее. Без пирика забей вообще. Там еще такой от хаоса защищенный пост, блин, отражение, резист, рогалики. Вот такой вот коротенький стрим, что вам еще сказать. Слушайтесь мамку, не слушайте и мессера, все как обычно.